Ну а мы готовы уже подвести итоги фотомарафона. Сразу показываем победителя. Это Вера Бобровская. Та-дам! Автор этого фото. Очень похоже мексиканск, на мексиканскую историю, вот в таком белорусском варианте. Да, Вера, наш редактор с вами свяжется и расскажет, где и как вы сможете забрать подарок от Доброй Раницы. Нам осталось только попрощаться с вами в это прекрасное понедельничное утро. Понедельник прекрасный. Вообще у нас с Денисом это любимый день, согласитесь, любимое да. утро. Конечно, понедельник. У кого-то пятница, суббота, у нас понедельник. Так уж сложилось. Прямой эфир, любимая работа. И, друзья, знаете, говорят, что одиночество – это как когда у человека нет самого себя, поэтому не теряйте себя, любите себя, и вы будете любить весь мир и окружающих. Будьте веселы, талантливы Все, пока. И бодры. Счастливо!